Извините, вы Валберес? Вазон. А, Вазон. Там, короче, тотальное унижение идет меня в Москве. Короче, в этой Валбересе, в программе «Моя фамилия» там написано неправильно, искаженно, то есть. И я спросил, мне сказали, нельзя исправить, ничего не может программа исправить. То есть... То есть вот сколько я буду работать, там 10 лет, 20 лет, 50 лет до самой старости, фамилия моя будет там искажена, неправильная фамилия написана моя. Потом, то есть я хочу, чтобы вы это запомнили, если когда-нибудь я стану великим художником, ну это, конечно, шутка, не, это смешно просто. Короче, если я стану великим художником, то там... Мою фамилию настолько не знали, что даже неправильно ее написали в прогу. И исправить это не смогли в Валбересе. Еще и комп зависает. Тут, короче, вообще... Я спрашиваю что-нибудь, спрашиваю по работе там. Вопрос пишу в WhatsApp, задаю сменщику, он мне пишет там, типа, ну, имея в виду, что я тупой, типа, тупые вопросы задаю там. Ну, токсично, вместо того, чтобы нормально ответить. Я бы, если бы у меня человек спрашивал, я бы ответил. Просто спокойно ответил, ничего не стал бы ничего. Потому что я думаю, это потому что так как отец так с тобой разговаривал, так и ты разговариваешь с людьми. Ну, моя мама, правда, это. Если отец с тобой как со скотом разговаривал, то, видимо, ты сам токсичный по общению становишься, сам по себе вырастаешь. С этим ничего не поделать, к сожалению. Я постоянно получаю грубости, постоянно, каждый день. Каждое испытание для меня. Я хочу жить в цивилизованном обществе с гуманными людьми, где люди там по-доброму общаются, где детей не бьют, не воспитывают жестко, они вырастают гуманными, спокойными там. Короче, я охренеть как устал. Это работа.